В преддверии праздника Крещения, религиозного праздника, сотрудниками госавтоинспекции проведена работа, направленная на соблюдение безопасности дорожного движения во время проведения данного мероприятия. А вблизи церквей и храмов Сергиево-Посадского района будет организовано несение службы сотрудниками госавтоинспекции. А в связи с тем, что основное мероприятие будет проходить на источнике Гремячий ключ, в этих целях в настоящее время осуществлена расчистка территории и дороги к источнику. И въезд непосредственно на сам источник будет осуществляться с автодороги А-108. То есть необходимо с этой автодороги будет повернуть в сторону деревни Ботово, затем, проехав порядка полутора километров, осуществить поворот направо в сторону деревни Взгляднево. И дальнейшее движение будет осуществляться распорядительно-регулировочным действием сотрудников госавтоинспекции. Необходимо отметить тот момент, что на одном участке автодороги будет осуществлено реверсивное движение, то есть это мост через речку. И хотелось бы обратиться к водителям транспортных средств, чтобы соизмеряли возможности ходовых качеств своего автомобиля с погодными условиями и дорожным покрытием, так как погода у нас порой с плюса на минус переходит, да, и какие условия будут непосредственно в день проведения мероприятия, точно никто сказать не может. Вот для этого учитывать все условия, ну и, конечно, к тем водителям обращаюсь, которые хотели бы попробовать доехать до источника на автомобиле, чья резина, не соответствует зимним требованиям. Вот это основные моменты, на которые хотелось бы обратить внимание при проведении религиозного праздника Крещения.